Раппорт узора 6 петель. Для примера я набрала 19 воздушных петель. Держим петельку, набираем одну воздушную петлю, возвращаемся в ту петлю, которую держали, и провязываем ряд столбиками без накида в каждую петлю воздушной цепочки. Провязав до конца ряда, мы в последнюю петлю провязываем столбик без накида. Мы с вами связали первый ряд. Начало второго ряда, 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик без накида в предыдущем ряду мы не трогаем. Мы заходим во второй и провязываем столбик с накидом. 1. Это и есть начало второго ряда. Набираем 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в четвертый и провязываем 3 столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. 1, 2, 3. Мы с вами провязали 3 столбика с накидом в каждую петлю предыдущего ряда. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Пропускаем 3 столбика внизу, заходим в четвертый и провязываем 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Провязали 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Пропускаем 3 петли внизу. Заходим в предпоследний столбик этого ряда и провязываем 2 столбика с накидом в столбике без накида предыдущего ряда. Мы с вами связали второй ряд. Начало третьего ряда, 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. У нас в предыдущем ряду есть арочки из 6 воздушных петель. Мы заходим в эти арочки и провязываем 9 столбиков с накидом из одной точки, из одной арочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Мы провязали 9 столбиков с накидом из одной арочки. Переходим к следующему элементу предыдущего ряда. Это у нас арочка из 6 воздушных петель. И провязываем 9 столбиков с накидом из одной арочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Провязали, заходим в следующую арочку и провязываем 9 столбиков с накидом из одной точки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. В конце ряда, в первую петлю подъема, мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали третий ряд. Начало четвертого ряда, 3 воздушные петли подъема плюс 4 воздушные петли по рисунку. Мы набрали 7 воздушных петель. Переворачиваем работу. У нас есть в каждой арочке по 9 столбиков с накидом. Мы заходим в 4, 5 и 6. 1, 2, 3 отсчитываем. Заходим в 4 столбик. Провязываем столбик с накидом. 5 и 6. Мы с вами провязали 3 столбика с накидом. Из 4 столбика с накидом в предыдущем ряду. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Переходим в следующий элемент. 1, 2, 3. Заходим в четвертый столбик, провязываем столбик с накидом. В пятый. И в шестой. Провязали. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Заходим в следующий элемент. Отсчитываем четвертый столбик. Четвертый столбик провязываем столбик с накидом. В пятый столбик провязываем столбик с накидом. И в шестой столбик в элементе предыдущего ряда. Провязали. 4 воздушные петли. В конце ряда в первую петлю подъема мы провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали четвертый ряд. Начало пятого ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим в первую арочку предыдущего ряда и провязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 2, 3, 4. Провязали. Заходим в следующую арочку и провязываем 9 столбиков с накидом из одной арочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Заходим в следующую арочку и провязываем 9 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Заходим в следующую арочку и провязываем 4 столбика с накидом из одной точки. 4, и последний столбик мы провязываем в третью петлю подъема. Мы с вами связали пятый ряд. Начало шестого ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу. Первый столбик мы не трогаем. Заходим во второй и провязываем столбик с накидом. 1. 6 воздушных петель. 4, 5, 6. Заходим в элемент, в четвертый столбик. 1, 2, 3, 4. И провязываем 3 столбика с накидом. Столбик, столбик предыдущего ряда, начиная с четвертого столбика в элементе предыдущего ряда. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Заходим в следующий элемент. 1, 2, 3, 4. В четвертый столбик провязываем столбик с накидом. В пятый столбик провязываем столбик с накидом. И в шестой. Провязали. 6 воздушных петель. 3, 4, 5, 6. Заходим в конце ряда в арочку и провязываем столбик с накидом. И в третью петлю подъема мы провязываем еще один столбик с накидом. Мы с вами связали шестой ряд. Начало седьмого ряда. 3 воздушные петли подъема. Переворачиваем работу и провязываем седьмой ряд такой же, как и третий. Мы заходим в арочку и провязываем 9 столбиков с накидом из одной точки. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Провязали. Заходим в следующую арочку и провязываем 9 столбиков с накидом из одной точки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
заходим в следующую арочку и провязываем 9 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И в конце третьего ряда по схеме мы заходим в третью петлю подъема и провязываем столбик с накидом. Мы с вами связали седьмой ряд. Начало восьмого ряда такой же, как и четвертый. 3 воздушные петли подъема плюс 4 петли по рисунку. И продолжаем вязать четвертый ряд. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Описание модели, которой можно связать этим узором, я оставлю в конце видео. А всем пока-пока!